Институт Пандита Хамбулам отметит свой юбилей. 6 и 7 сентября на территории Волгинского Дацана состоятся праздничные мероприятия. 260 лет назад императрица Екатерина II учредила пост главы буддистов Ламайской церкви Восточной Сибири и Забайкалья. Так свою историю начал Институт Пандита Хамбулам. Кроме того, в пятницу 6 сентября пройдет освящение нового Цагчен Дугана. Целый день с 6 утра до 10 вечера ламы будут проводить освящение этого храма. А на следующий день уже пройдут светские мероприятия. Это будет праздник Хамбулама и Тигилова. И специально так подгадали, чтобы вот именно эти два были дня захвачены. Кроме всего прочего, 7 сентября на территории Волгинского Дацана пройдет торжественное открытие памятника, посвященное Екатерине II и пандита Хамбуламе Заяеву, в планах соревнования по национальным видам спорта, таким как борьба, стрельба из лука и конные скачки.